Одним из самых заметных событий нынешнего лета в спортивной жизни столицы Заполесья стали зональные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений МЧС Мозырской городской оргструктур БФСО «Динамо», которые проходили на базе ПАСО-4. Проходили соревнования по двум видам. Это подъем по штурмовой лестнице в окно третьего этажа и 100-метровая полоса с препятствиями. Данный спорт повышает профессионализм как работников, так и юношей, которые принимают участие в данном виде соревнований. Пожарно-спасательный спорт имеет важное прикладное значение для сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. А демонстрация мастерства в соревновательных условиях помогает смоделировать ситуации, когда в кратчайшее время нужно принимать верное решение для выполнения боевой задачи. Первое место заняла команда Мозырского РЧС, а вторая – ПАСО-4, второе место. Две команды очень достойные, из года в год соревнуются друг с другом, остальные подтягиваются, все команды молодцы, здесь проигравших нету, все стараются показать как можно лучший результат, но это соревнование. Как и в каждом состязании, был определен победитель. И отмечая мастерство команды серебряного призера из ПАСО-4, состав команды Игорь Каток, Егор Кадол, его тезка Голозубов, Дмитрий Лин и ученик второй школы Александр Ильченко, выделим чемпионов, а именно команду Мозырского ГРЧС. Состав этой команды Сергей Андрейчак, Александр Серба и Подолинский, Глеб Литвинов и ученик 15-й школы Илья Шестовец.